Иллюстрированная детская энциклопедия в вопросах и ответах, издательство «Пегас». В книге 224 страницы, бумага мелованная, благодаря этому картинки имеют более насыщенные цвета, они более яркие. Бумага приятная на ощупь. В книге представлены такие разделы, как животные, доисторический мир, динозавры, тело человека, планета Земля, космос, наука и история. В книге очень много вопросов и на них ответов. Ребенок с удовольствием будет читать и узнавать много нового. Книга подойдет для школьников младших и средних классов. Читайте и развивайтесь.